Пойду на хату, съем торт, чай, май, сладости, мед, орехи, курага, все дела. А ну, вот и будет что ли есть. Сопернер Лома. Все отлично, все хорошо, вес в порядке, лагерь плотный прошел, готовы повоевать. Да, я просто не слышу. Парень хороший, парень очень опытный, умелый. Для меня это очень большая проверка, таких соперников еще не было. Это нормально на самом деле, это наоборот хорошо. Четыре минуты будем ходить. Почему 3-4 минуты? Чтобы чуть согреться у нас. Будем гонять килограмм. Сейчас сколько килограммов ты весишь? 78-600. 78-600, да? А должен гонять что? Кило 600, да? 77-500. 77-500. Килограмм 500 сгоняем. И все, да? И 500 грамм вообще. Можно пару фильников и чуть воды. Нормально будет. А вот раз, само собой же. Даже на 77 особо трудно бывает. Не паришься, да? Аллах со мной, все. Маша. Для чего еще, ребят, друзья нужны? Правильно, поиздеваться друг на друга. Так. Вот сейчас смотри. Пойду на хату, съем торт, чай, май, сладости, мед, орехи, курага, все дела. А ну, вот и будет что ли есть. Ему придется. Ну, завтра. Завтра это завтра, сегодня надо дожить, брата. Вот что ты хочешь сейчас, скажи, вот. Нам за мной колу хочется. Холодненькую, газировочку. Сейчас что ты хочешь? Да. Да. Вот скажи, когда. Колу. Клянусь, сейчас пойду. Гамбургер не буду, но колу возьму. И вот так селфи сделал. Хорошо? За тебя выпью. Стеклянные баночки с холодильника. Послушаю, давай. И сникерс. Бургер же есть? Не. На мангале, который... Вот клянусь, я так поел, что даже бургер не хочу. Представляешь? Ты чего у тебя месяц делал? Я так лягу и буду хавать тебя с вами. И закидывать чипсы. Нурлот, тигр, лев, таджикский чемпион. Что еще скажу? Молодец, завтра ждем победы яркой, а в новой лиге. Я думаю, он себя хорошо покажет и далеко пойдет, однозначно далеко пойдет. Как бы ты ни тренировался, иногда бывает, что на бой выходишь, там недооценка соперника или наоборот переоценил, ты в первом раунде задыхаешь. Но у Нурлот с выносливостью, с физикой всегда были хорошие, ну... Всегда было хорошо, он хорошо готовился, хорошо готов. Я думаю, завтра особо проблем не будет. Все зависит от него. Ну, естественно, мы по-моему на Всевышнего, это все от него, но мы должны все сделать. Я думаю, все будет хорошо. Завтра ждем яркую победу. И дальше видно будет. Я думаю, смена весовой категории ему пойдет на плюс, потому что он один бой проводил с весогонкой. Он мучился. А сейчас ему не надо так мучиться, он будет свеженький, сильный и
будет все хорошо. Я думаю, на выносливости еще лучше будет это скажется. Мы вместе проходили, да, мы вместе спарринговались, вместе боролись. А у меня пытался настигать, но не получалось. Нет, мы всегда друг другу помогаем. Где-то он лучше, где-то я лучше, это нормальное явление. Как говорится, если ты в зале, ты всех выигрываешь, то пора менять зал. А у нас такого нет, у нас хорошая конкуренция, хорошая, здоровая конкуренция братская, поэтому вот так вот, короче. Ринат, мы тебе тоже желаем удачи. Спасибо. Сейчас скоро бой будет. Да. Саудовской Аравии, да? Абу-Даби, сутки наши, считай. Удачи тебе, брат. Спасибо. Ждем тебя в UFC. Спасибо. Всему свое время еще лучше. Ведешь нас? Да перегонят когда, иди. Пять кило перегонят. Хай нормально, он очень мягкий хомит. Вся команда Нурлу Алиев. Сгоняли весь, сейчас чуть пойдем покушаем, поспим завтра утром взвешивание, потом будем восстанавливаться и в четверг выйдем на бой, иншаллах, по воле Всевышнего. Обычно после весогонки же не кушают. Ну я перегонял же килограмм. Так что можно. Это был в твоих планах, да, по-моему? Да. Специально. Машаллах. Сейчас что будешь кушать? Сейчас углевод чуть покушаем, чтобы я смог уснуть, понял? Чтобы утомления не было во время сна. Сколько тренировался, сколько пахал, осталось в клетке все это показать, все это из себя, как бы сказать, выбросить всю мощь. Иншаллах. Я очень благодарен всем землякам за то, что столько болеют, столько пишут мне, столько билетов купили, как я наслышался. Алхамдулилля. 400 билетов купили. Алхамдулилля, что я
таджик, я горд этим, что у меня столько таджиков поддерживает, болеют за меня. Я горжусь этим, алхамдулилля. Мам, жизнь, я миллион жизнь. Вперед, все, бегал. Нурик, пойдем на фото. Короче, мы идем на церемонию фотографирования в зал Байкал. Вот Эрадж проходит, вот братишки. Всякой Фарух, Нурулло, Асад. Все здесь. Можете не называть фамилию. Здравствуй. Потихоньку. Все, брат, спасибо. Здорово, как дела? Привет. Нормально? Отлично. Как вы? Как у соперника Нурло дела? Все отлично. Люди хотят услышать его голос, какой он вообще. Наконец-то решили взять интервью, да? Да. Красавчики. Как настроение? Все отлично, все хорошо, вес в порядке, лагерь плотный прошел, готовились. Так скажем, во всех аспектах усиленно. Готовы повоевать. Да, я просто слышал недавно, что ты травму получил. Это все слухи, это нормально все? Нет, вообще нет никаких травм. Нормально, слава. Все, ты четко. Максималка готов? Я на максималку. Заряжен? 100%. Что ты знаешь, что ты можешь сказать про Нурулло Алиева? Слушай, парень хороший. Парень очень опытный, умелый. И как бы я посмотрел много его поединков. Ну как немного, в сети. Мы его изучали. Вот. Титулованный спортсмен. То есть для меня это очень большая проверка. Потому что таких спортсменов у меня, таких соперников еще не было. И это меня очень радует, потому что ну, если ты хочешь стать бойцом серьезного уровня, ты должен выходить против максимально сильнейших, да, максимально бойцов, которые обладают высокими качествами как в борьбе, так и в ударке. Потому что ну, неинтересно биться с тем, кто. С тем бойцом, которого, как бы, которого ты превосходишь в том или ином аспекте максимально. Ага. То есть, когда ты проходишь сильно бойцов, как говорят, если хочешь стать лучшим, бей с лучшим. Да. Нурло тоже самое думает о тебе. Да, серьезно? Да. Классно, классно. Значит, у нас, не знаю, не будет, я думаю, всякой грязи. Не, не будет, грязи не будет. Выйдем и, скажем так, покажем свою силушку, проверим, скажем так, чья школа сильнее, питерская или... Таджикская. Таджикская, да. Все. Этот, как у тебя вообще с борьбой, нормально все? Борьбой? Ножки там отбрасывали, да. Учились. Да как, чем боролись? У нас бойцовский клуб, мы постоянно боремся, как бы. У нас хорошие спарринг-партнеры. Вот, то есть, как бы, я не могу за нее сказать ничего
там, типа, вот я умею бороться или не умею бороться. Как бы я старался изучить этот аспект все годы, пока тренировался. Ну а как получилось у меня или нет, увидим завтра. Как сенсей? Как дела, сенсей? Прекрасно. Настроение хорошее. Привес, в принципе, сделали еще вчера. Поэтому сейчас осталось только взвеситься и все. Момент истины. Ну, будет завтра уже. Все, тогда увидимся на официальном взвешивании, хорошо? Если можно, пожалуйста, с этой стороны встаньте, чтобы этот человек... Кому кажется, Амирху официально начнет делать? Давайте, пожалуйста, с этой стороны, на эту... секунду, подожди. Что за... 75-800. А сейчас, конечно, 24-й. Всех не нужно снимать. Это нормально на самом деле. Это наоборот хорошо, знаешь. Что мы перегнали даже. Как ты перегнал 2 килограмма? Если бы я знал вчера, бы я бы их тебе Я сразу понял, что тут половина таджиков съедет в зале. Опа! 76 килограмм балла. Александр Грек. Давай! Также 76 килограмм балла.